Қайырлы күн, құрметті отандастар, добрый день, уважаемые соотечественники. Я выхожу в прямой эфир по просьбе сторонников демократического выбора Казахстана. Дело в том, что сейчас идут активные события в Шымкенте. Жители Арыси, которые пострадали от взрывов на военных складах, а также поддерживающие их жители Шымкента, вышли на активные протесты, потому что власть никоим образом не решает их проблемы. Люди живут на улицах, они ощущают серьезную поддержку со стороны власти, хотя их обещаний это было достаточно. Большая группа протестующих подошла к офису партии Нур Отан, и на глазах у сотен протестующих были сорваны флаги партии Нур Отан. Это фактически, вы все должны понимать, что за этими флагами Нур Отана скоро полетят вниз и портреты Нурсултана Назарбаева. Мы стоим на пороге огромных изменений. Изменения вот-вот произойдут. И тот потенциал протестный, который накопился за последние 30 лет, который Назарбаев гасил репрессивными методами, не слушал и не слышал свой народ, он сейчас готов просто взорваться, этот протестный потенциал. И события в Шымкенте это ярко отражает настроение людей. И интересно, что полиция большой массы стояла, защищала не людей, а защищала офис Нур Отана. Пустой офис Нур Отана. То есть вы должны понимать, что полиция пока защищает не народ, пока не на стороне народа, пока полиция защищает именно лично Нурсултана Назарбаева и все его подразделения партии Нур Отан, партии одного человека. И вот, собственно, наши сторонники сейчас активно выходят на меня и предлагают организовать массовую поддержку по всей стране. Они торопят меня и говорят, что необходимо организовывать митинги немедленно. В этой связи я хотел бы изложить свою личную позицию. Уважаемые казахстанцы, уважаемые граждане, все те, кто устал от этого режима. Режим, точнее говоря, сам Нурсултан Назарбаев находится в столице, в Астане, который он переименовал и назвал именем Нурсултан. И там он управляет всеми процессами через подставного своего президента Касым-Жомарта Токаева, через министра внутренних дел и других. Это мы все должны отчетливо понимать. Жителей из Арыси, около 30 тысяч человек, сейчас находится в Шымкенте. В самом Шымкенте живет более миллиона человек. То есть понятно, что поддерживающих людей, именно жителей из Арыси, очень много. Как минимум 50 тысяч человек. Но это не миллион еще, пока. В Южном Казахстане вообще живет 3 миллиона. Поэтому мы этот протест, когда поддержат именно сами шымкентцы, будем понимать, что боль арысцев дошла до каждого жителя Южного Казахстана. До каждого. Мы не должны организовывать локальные протесты. Мы должны организовывать масштабные протесты по всей стране. Как я говорил, 3-5% от всего населения страны, это около минимум полмиллиона человек, когда выйдет на улицы, тогда этот режим падет. Тогда полиция перейдет на сторону народа. Сегодня полиция маршировала рядом с народом. Они не получили указания давить, преследовать, закрывать в автозаке, как это было недавно в Алматы и в Астане. Почему это они сделали? Потому что Назарбаев хорошо понимает, если сейчас полиция вдруг применит силу, то он не продержится в своей столице даже 3 часа. То есть фактически это приведет к тому, что протестующих поддержит в самом Шымкенте, в его окрестностях. Там живет суммарно около 3 миллионов человек. Безусловно, пожар протеста распространится по всей стране. И очевидно, что сейчас режим лихорадочно будет тушить этот пожар. Если вчера эти люди из Арыси спали на улицах, если вчера они не могли получить серьезную поддержку со стороны правительства, сейчас областная администрация, акиматы, все будут бегать, размещать людей в санатории, пустые квартиры, куда угодно.
они это будут делать. А если не будут делать, для них это кончится плохо. Я уверен, что они это очень хорошо сейчас понимают. Да, они будут неуклюжи, да, они будут не успевать, но они будут стараться загасить этот протест тем, чтобы пойти навстречу протестующим и каким-то образом хотя бы частично разрешить эту ситуацию. Это очевидно. И, уважаемые казахстанцы, вы должны на этом примере наглядно увидеть все ваши просьбы, голодовки малочисленные перед администрацией Назарбаева никакого результата не дадут и не давали. Результат будет только тогда, когда тысячи людей выйдут на массовые акции протеста. Народ уже почувствовал свою силу. И вы уже видите, протесты 9 июня привели к тому, что сейчас власть лихорадочно пытается списать какие-то кредиты, правда, в очередной раз обманывая. Они говорят, что спишут кредиты многодетным матерям и инвалидам. Но я вам, как банкир, скажу, что многодетные матери, как обычно, сидят дома, не работают, поэтому банки им кредиты не дают. Инвалиды тоже не имеют серьезную работу или вообще не имеют работы, чтобы банки давали им кредиты под их текущую зарплату. Поэтому это очередной обман. Очередной обман. Наверное, они какие-то кредиты закроют именно в своих банках, чтобы каким-то образом улучшить положение за счет государства в своих банках, а их 90% у Нурсултана Назарбаева. Но в любом случае, все эти подвижки, пусть даже маленькие, они связаны с тем, что 9 числа тысячи людей вышли на улицы. Завтра то же самое произойдет и в Шымкенте. Жители Арыси начнут получать хоть какую-то поддержку, какие-то действия пойдут, но не те, которые должны быть серьезные. Все равно эти люди не решат свои проблемы, все равно власть будет запаздывать, все равно там будет коррупция, все равно будет там массовое недовольство. Но важно другое. Важно то, что наш народ почувствовал свою силу, и власть тоже это почувствовала. Поэтому не будет никаких серьезных прям механизмов репрессии. А если применит, я еще раз говорю, этой власти наступит конец очень быстро. Я знаю, что все мои эфиры сейчас анализируют Ахарда. Мои эфиры смотрит председатель Комитета национальной безопасности Карим Масимов и президент, или как я его называю, мебель Касым-Жомарт Токаев. Поэтому я надеюсь, что они понимают, что любые силовые воздействия на протестующих приведут к краху режима. Народ просто расправится с ними, расправится очень жестко, и никто не сможет их остановить. Я просто предостерегаю сейчас тех людей, которые участвуют в принятии решения по протестующим в Шымкенте. Поэтому, уважаемые друзья, мы должны очень серьезно действовать. Мы не должны организовывать какие-то мелкие партизанские действия, потому что в Шымкенте жители Арыси, несколько десятков тысяч человек, им будут помогать сами жители Шымкента, это миллионный город, они справятся с этой проблемой, частично, я имею в виду, возможными репрессиями. Но наша задача помочь не только арысцам, помочь всем гражданам страны освободиться, всем гражданам страны добиться успеха, построить новую страну, избавиться от этого режима. Единственный способ – это смена воровского режима Нурсултана Назарбаева. Поэтому мы должны готовиться, тщательно готовиться, не наскоком действовать, не партизанскими действиями, не отдельно где-то сотня или 200 человек выходить в тех или иных городах, мы должны выводить тысячи, десятки тысяч людей. Поэтому я обращаюсь к нашим сторонникам, сторонникам демократического выбора Казахстана, ко всем тем, кто требует быстрых решительных действий. Уважаемые друзья, 6 июля мы должны провести масштабные митинги по всей стране. Мы можем добиться смены режима, вы видите, когда тысячи людей идут к офисам партии Нуротан, срывают флаги. Вы видите решительность этих людей. Я считаю, эта решительность должна быть повсеместно распространена по всей стране, особенно в Астане и в Алматы. Поэтому мы будем организовывать очень тщательно наши действия 6 июля. 6 июля мы идем на общенациональный митинг Бостанды. Общенациональный.
19 часов 6 июля по всей стране. Алга, Казахстан.